Всем привет! Сегодня 3 октября 2019 год. Ребята, Анапа, центральный пляж. Погода наладилась в Анапе. Солнышко по утрам. Это радует. Всегда хорошее настроение. Когда солнышко у всех, у большинства людей, наверное. На море полный штиль. Сейчас 8 утра. Ну, температура воздуха вот такая. 15 градусов. Народу очень мало, очень, вообще его нет, редкий отдыхающий. Пока все пустует. Вот так вот дела у нас обстоят. Вода у нас зеркальная, чистая. Вот такая вот. Температура воды у нас 18,5 градусов. Можно сказать 19 градусов.